Привет всем! Живем в период коронавирусной пандемии. И накладывает она ограничения на все стороны нашей жизни. Правда, в разных странах по-разному. Сейчас я хочу обратить ваше внимание, какие требования к вам будут предъявлять при пересечении границы. Для примера возьму Соединенные Штаты Америки и мою родную Украину. В обеих странах пандемия сегодня просто разогревается. И вот, при пересечении границы в Соединенных Штатах Америки до паспортного контроля вас встречает улыбающийся сотрудник CDC, Центров по контролю за болезнями, и вручает памятку, в которой говорится о том, как следует выполнять условия социальной изоляции. Это дистанцирование, это ношение масок в общественных местах, это частое мытье рук или пользование санитайзерами. И больше ничего. Когда же вы пересекаете украинскую границу, вам на ваш планшет поставят программный продукт «Дия», которым будут контролировать вас на протяжении целых 2 недель, как вы выполняете условия социальной изоляции. Чтобы социальная изоляция прекратилась раньше, от вас требуется проведение ПЦР-тестирования и при отрицательном результате контроль будет снят. Однако вам придется заплатить приличную сумму на выполнение ПЦР-тестирования, с одной стороны. С другой стороны, государство на поддержание программного продукта ДИА в этом отношении тратит большие средства на содержание сотрудников. Обращаю внимание, из средств налогоплательщиков. Не спроси их о том, нравится им такое расходование средств или нет. Какой подход лучше, американский или украинский? Для меня определенно американский. С другой стороны, хочу напомнить, что пандемию общество должно пережить. И чем быстрее будет накоплен коллективный иммунитет, тем ранее она закончится. Поэтому этим процессом необходимо управлять, чтобы, с одной стороны, не страдал социум в целом, чтобы развивалась экономика, а не происходила стагнация, и чтобы, с другой стороны, в обязательном порядке создавались условия для сохранения жизни тех людей, которые подвержены особому риску тяжелого перенесения коронавирусной инфекции, когда заболеют.